Профессия «следователь». Чего больше в этой профессии риска творчества или бумажной работы? Сколько отделов функционирует в структуре следственного управления? Интересуется ли молодое поколение профессии следователя? Смотрите программу «Город С» 27 марта в 18.15. Гость в студии Дмитрий Сунец, заместитель начальника управления МВД России по городу Самаре, начальник следственного управления МВД России по городу Самаре.